работаем, ну, нам дают цели, мы выезжаем на позицию и работаем по целям. Также люди там корректируют нас, ну, наш огонь, да, мы ведем. Ездим на танке Т-72А. Экипаж 3 человека, командир танка, механик и наводчик. Ну, выезжали на позиции, разбивали опорные пункты противника, также подрывали склады с БК. Командир уже полностью провел инструктаж, мы уже в курсе за танки, их слабые места. Но мы готовы, размажем эти Абрамсы. Ну, экипаж полностью, то есть с командиром. Экипаж — это как, ну, мы как семья живем. Полностью, ну, взаимопонимание, с полуслова друг друга понимаем, слаженность. Ну, все профессионалы. Но командир всегда принимает хорошие решения, так что мы все целы и никто у нас не ранен. Выстрел. Залив, залив, я Самара, наблюдай, лево 100, ближе 100, я Самара, прием. Самара, я залив. В цель, на тело установка как огонь. Готово? Огонь! Огонь!